Сохранение достоверной истории о событиях Великой Отечественной войны, важных дат и значимых для России имен – главная задача рабочей группы. В ресурсном центре единомышленники, депутаты, представители сферы образования и волонтеры. Каждое поколение считает, что те или иные даты важнее, чем другие. Нам нужно собрать коллектив, общий, рабочий, постоянный, который будет встречаться как минимум раз в месяц, или чаще, если будет необходимо, и все эти даты проговаривать. Это должна быть комплексная работа. Помимо регулярных занятий, члены рабочей группы берут на себя соблюдение порядка на территории памятников и мемориальных комплексов округа. Отдельная благодарность управлению социальных коммуникаций за то, что она сегодня объединила всех нас, ресурсный центр, депутатов, образование, для того, чтобы мы создали небольшую рабочую группу и в дальнейшем вместе взаимодействовали. На первом заседании рабочей группы уже наметили планы на ближайшее будущее. Впереди десятки интересных и важных встреч, направленных на поддержание патриотизма у молодежи.